Всем привет, с вами Аракис, и это видео будет некого обучающего характера, некий гайд по началу игре, как развиться, куда податься, что лучше фармить, где набить руны, каких монстров качать, каких не качать, и куда попросту тратить лучше ваше время, чтобы повысить КПД, быстрее развиться и быть самым крутым на арене. Итак, в принципе, начнем. Поначалу вам открываются, естественно, такие локации, как сценарио. Вот. Вы проходите эти локации. В каждой локации есть, естественно, три уровня сложности: Normal, Hard и Hell. Каждая последовательная локация будет открываться после первой. То есть, к примеру, вы прошли Лес Карен, горы Сис, это в принципе и так понятно. И если вы прошли полностью Normal, вам откроется Hard. Естественно, монстры все сильнее и сильнее и сильнее. Вот. Идем дальше. Если, к примеру, вы достигли такого уровня, просто пример, 20, 25, возможно 30, вы хотите пофармить, естественно, уже руны, вам нужны эссенции для того, чтобы ваших монстров улучшить и так далее и тому подобное, вот, вы идете в такое подземелье, как Кайрос, вот, здесь вам представятся такие подземелья, как Великана, Логово Дракона, секретное подземелье, оно же называется SD сокращенно, Secret Dungeon. Вот здесь открываются SD на таких монстров, которых вы можете выбить, проходя такие локации, вот, как подземелье ветра, разных стихий. К примеру, вы фармите, неважно какой этаж, абсолютно неважно, шанс от этого не больше, не меньше. Определенного монстра вы никогда не сможете получить специально. И, к примеру, на такие вопросы, особенно если вы сидите на 444 канале или 888 канале, да, и вы пишете такое сообщение, как «Ищу SD на Ахмана, на Белку, еще на кого-то из таких монстров, которые нужны абсолютно каждому, особенно Белка». Вот, каждый уважающий себя игрок, как минимум в лейте, имеет этого персонажа, так как он уникальный и юзается, в принципе, везде, начиная с любого сценария, там, данжами юзается, что на драконе, что на гиганте, в принципе, я и там использую. Вот, также в Некрополисе некоторые используют, вот. И, естественно же, вот, фармят ими же эссенциями, так как этот монстр очень помогает. Не ищите никогда на 444-м, на 887-м канале. Не из-за того, что там, так скажем, русские люди, все мы плохие, жадные и тому подобное. Нет, потому что, в принципе, логика проста. К примеру, на 444-м канале, простой пример, сидит в районе около 1000 человек, да? Человек 10-20 может общаться, остальные даже не читают чат. И ждать SD, к примеру, на ту же Белку, либо Ахмана, вы можете там, ну, наверное, месяцами, так как SD открывается в один день, то есть в воскресенье, это SD света, то есть подземелье света, и тогда есть шанс, что кто-то выбит, а вы кинете ему заявку в друзья, либо попросите, чтобы он вас добавил, и тогда у вас будет чуть меньше часа, чтобы выбить этого монстра, точнее куски на этого монстра, чтобы его потом призвать. Уверяю вас, не нужно тратить время на этих каналах, так как с вас будут смеяться, вас будут троллить. Идите на такие каналы, как 100, 101 и так далее, по 130, 140. Когда я в свое время искал SD на Ахмана, на Белку, я буквально, ну, за часа 3, наверное, и того сделал, так как я не сидел на 444, не ждал чуда. Если вам что-то нужно, не ждите, что вам это подадут, как в жизни, так и в игре. Вот, идите и получайте это сами. Проситесь, если вы не знаете английского, здесь великих познаний не нужно, запомните его ник, не знаю, сделайте скриншот, там с телефона щелкните, в принципе, ники такие простые довольно попадаются, посидите минут 10-20 на одном канале, если никто не выбил SD, перейдите на второй канал, и просто по чату вы будете понимать, сколько где людей сидит, если чат обновляется там раз в 5 минут одно сообщение кто-то напишет, то не сидите на таком канале, там вы чуда не дождетесь. Самые нормальные такие каналы — это 111, 124, 118, одни из самых популярных, то есть это заграничные, назовем так, каналы. Там вы быстро словите это SD. По поводу монстров SD, то есть тройка лидеров, которых сейчас я вам покажу, которые обязательно должны у вас быть, ну, возможно, не тройка, но один уж точно. Это вот такие вот персонажи, вот. Инугами, он же Белка, Беладеон, как его только не называют. Вот, этот монстр вам нужен будет по-любому, так что делайте его как можно раньше, он вам всегда будет помогать. По поводу скиллов не буду объяснять, каждый сможет прочитать. То есть этот персонаж очень нужен. Идем дальше.
также кто вам очень поможет в игре, это вот такой как Бьорн, вот он же Ахман, когда вы его улучшаете, он меняет свое название, вот, видимо, на фамилию своей подружки. Тоже монстр очень хорош, но скажу так, что чем дальше, тем, возможно, меньше его будете использовать. Хотя вот в башне я его использую довольно часто, и он у меня где-то на около 90 этажей я с ним прохожу. Иногда я его меняю там на других, там типа Часунки, еще кого-то, но это более такие персонажи, которых тяжелее достать. Некоторые играют больше года, и у них нету Часунки. Вот. Поэтому вот этого персонажа можно достать, я считаю, очень даже легко. Это персонаж тот, которого может иметь любой абсолютно. Он может быть у каждого. То есть это зависит только будет от вас, хотите вы его или нет. Также третий персонаж, третий брат, это Брон, он же Дарион. Чем уникален персонаж? Из-за своей, естественно, пассивки, так как он на 15% сокращает урон для всей пати. Абсолютно для всей. Но на него это не действует. Да, то есть... По поводу него чуть позже поговорим. То есть это тройка. На первое место, конечно же, поставлю Белку по надобности и по юзабельности. На второе я поставлю Брона и на третье Ахмана. Но уверяю вас, если у вас будет все эти три персонажа, и, к примеру, для начала я заскочу чуть наперед, к примеру, поговорим по поводу арены. Вот сейчас я зайду. Так как некоторые начинают играть в эту игру, и заходя в арену, они там 5, 10, 20 уровень, нажимают вот эту кнопочку обновить, а у них здесь... Зачастую там 40-е уровни, 35-е, там 25-е, очень редко встречаются его же уровни, и они думают, о боже, как же убить, я 15-й уровень, он 40-й, это нереально и так далее. Ну, скажу вам так, в основном на уровень можете не смотреть, смотрите на очки, и вот, самое главное, это на монстров, которые они имеют. Если вы, в принципе, понимаете, что его монстры в разы сильнее вас, то нет смысла, конечно же, и нападать, но... Не всегда так происходит. Нажимайте кнопку «Обновить». То есть здесь 1,5-2 минуты оно обновится. Не тратьте, кстати, кристаллы на это обновление никогда. Экономьте, купите лучше пак за 750 и вызовите монстров. Вот, поначалу, как вы видите, оно по нарастающей идет. Здесь, как правило, более слабый игрок и дальше уже чуть сильнее, сильнее, сильнее. Естественно, чем сильнее монстр, тем выше человек в топе. Но это не всегда так, естественно. Многие игроки, у которых там десяток, двадцаток, первородок, пятерок, вот, они даже на арене не участвуют. У кого-то нет на это времени, кто-то забивает, у каждого свои причины. Но скажу вам так, если вы собрались играть в эту игру и вообще играете, не забивайте на арену, так как она дает вам очки. За эти очки вы можете купить плюшки, которые вы... уже наверняка видели. Медали. По поводу того, что лучше покупать, как, на что тратить и, и так далее, медали. И также медали с войны гильдии. Я записал отдельное видео, оно есть у меня в списке. Вот, вы можете посмотреть. В принципе, довольно хорошо описал. И уверяю, если вы последуете моему совету, то ваше развитие будет в разы быстрее и правильнее, я так скажу. То есть поначалу, если у вас не развиты эти здания вообще, там хотя бы, не знаю, по единичке, по двоечке, а уж тем более вот эти вот первые 4 здания, которые должны улучшаться просто must have, и в первую очередь вот эти 4, а вы начинаете покупать, прошу прощения, тормозит, вот, свитки огня, там стихийные свитки, там таинственный свиток, там, я не знаю, Дьявол Мона, кстати, да, начинайте покупать с самого начала и не используйте его на монстрах ниже 4 звезд, это уж точно. И даже большинство 4-звездочных монстров, так скажем, могут обойтись без Дьявол Мона, так как 4-ку выбить всегда проще, чем 5-ку, то есть первородку. Оставляйте, копите их, даже если у вас 20 Дьявол Монов, уверяю, они у вас не завоняются, да, плесенью не покроются, и в любом случае они вам когда-нибудь понадобятся. Так что Дьявол Мона вы можете покупать чуть бы там не самых первых своих очков. Ну, конечно же, все-таки... В первую очередь у вас должны быть вот эти вот 4 здания. Чем дальше вы, конечно, будете подниматься по арене, тем больше вы будете получать очков. Чем больше очков, естественно, тем больше вы сможете покупать там плюшек в дальнейшем и так далее. Но разделю все-таки людей и игроков этой игры на два типажа, те, которые все-таки хотят... надеяться на рандом и покупают свитки чуть бы не с самого начала, забивая на здание, думая о том, что да зачем мне это здание, оно и так мало дает, и в принципе зачем тратиться, лучше я поимею какой-то там китайский рандомный шанс, и возможно мне со свитка там упадет какой-то там, ага, Зайрос, да, Зайрос, все хотят Зайроса и Зерату, вот, или Зерату,
как его там, лучший и правильный. Вот, но уверяю вас, башни вам дадут больше. То есть здесь не нужно надеяться на рандом. То есть вы купили там того же вот стража, вы знаете стабильно, что у вас повысится там броня. Причем у каждого монстра, и не слушайте никого, работают эти здания абсолютно везде. Начиная с локаций, заканчивая данжами, секрет данжами, эвентами, где угодно, везде это все работает. Топовое, конечно, здание это на скорость. Вот, этот тотем. Его улучшайте тоже, в принципе, по максимуму, 15%. Уверяю, это достаточно много. Особенно, когда у монстра, к примеру, родной 126 скорости, плюс 15%, понимаете, это много. И выйдет где-то плюс 20. Вот, а на арене даже одна единица скорости иногда может решить исход боя. Так как, если вы походите первым, вы сможете там первый застанить, что-то сделать и тому подобное. Итак, едем дальше. По поводу монстров. Сейчас пройдемся немножко по монстрам. Вот, скажу так, не тратьте свое время на монстров, которые нерентабельны, назовем их так. Всегда задавайте вопросы в чате, к примеру, вы выбили монстра там, допустим, вот этого вот волка, да, вам попался там, выбили в локации, либо попался со свиткой. Не поленитесь, спросите там, задайте вопрос в чате, как вам там, не знаю, оборотень огня, вам ответят, ну я могу вам ответить, это корм для воды, либо света, либо тьмы. Из этих оборотней топ, конечно же, света, но на него, к сожалению, нет СД. Был бы на него СД, да уж, по поводу его скиллов разбирать не буду. Я думаю, лейтовые игроки, те, которые долго играют, понимают, кто такой Эшир. Он может многое. Вот, идем дальше. К примеру, по поводу монстров, я думаю, все достаточно понятно. Не поленитесь, спросите, за спрос, как говорится, не бьют. Если вам не ответили, спросите еще раз, всегда найдется тот, кто ответит. Много людей в чате, особенно в 444, которые достойно могут ответить. Прошу прощения, выбило с игры. Вот. И да, по поводу того, что якобы английский клиент меньше выбивает, чем русский. Не то, что английский, а вообще версия, перевод. Ничего подобного, проверил. Почитал форумы, многие игроки пишут, что никакой разницы. В сегодняшнем видео вы видели, как меня выбило с ГВ и не засчитало ни атаку, ни поражение. И почитал я сообщение ВКонтакте, где написал человек, который находится со мной в гильдии, Соклан назовем так. Ему ответили саппорты Камтуасов, дословно не помню, но вкратце они ответили так, что это сделано специально для чего. К примеру, да, вы видите, что вы проигрываете на ГВ. Да, и чтобы просто не было никаких подвохов и махинаций, назовем так. Вы проигрываете, да, хоп, и отключили себе интернет, вас выбило, все прекрасно и так далее и тому подобное, вы сможете переиграть. Чтобы не было такого, с одной стороны, конечно, это в любом случае обидно, но правильные админы сделали, что сделали так. Это лучше. Итак, поговорим дальше по поводу монстров. Точнее, не монстров, а локаций. К примеру, да, вы прошли лес Кайрон, дошли там, я не знаю, чаще всего доходит до вулкана. К примеру, что сделал я? Я вулкан даже не прошел полностью. Я не прошел полностью вулкан, даже первую локу, нормал. Что делать начал я? Я пошел подземелье Кайрос. Я не помню, какой этаж я фармил, но активно я выбивал эссенции на монстров, которых мне требовались, естественно, чтобы их улучшить. Плюс параллельно фармил дракона и великана, он же гигант. Скажу сразу, гиганта фармить в разы проще. Он хоть и достаточно сильно бьет, но он медленный, и против него проще найти контру, чем против дракона. Скажу так, средний ваш уровень будет, точнее, этаж, на котором вы будете находиться. К примеру, вы будете фармить 7 гига, но дракона вы будете бить максимум, скорее всего, смотря, конечно же, по монстрам и рунам, которые у вас есть, но вы чаще всего будете бить 5 либо 6. То есть дракон всегда тяжелее, абсолютно всегда. Это многие со мной согласятся. И когда вы будете даже на таком этапе, что будете фармить вот 10 этаж великана, 10 на авто, то есть нажали кнопочку, ушли там чай пить еще куда-то, и так далее. Кстати, не пользуйтесь кликером, разве что вы сами его сделаете, либо через очень хорошего программиста, который вам это все пропишет и красиво настроит, да сделает. Потому что все вот это скачиваем, уверяю вас, 1, 2, 3 раза вы зайдете, на 4-5 раз вас просто забанят. Вам это прощают 1, 2, 3. Но потом вас по-любому забанят. И по поводу разбана, я так понимаю, его в этой игре нету, даже за деньги. Едем дальше.
Кстати, по поводу этого же заскочу наперед. Если вы скачали игру и вам выдает ошибку 101 и пишется что-то типа «как нельзя использовать на этом мобильном клиенте», значит, у вас стоит какое-то программное обеспечение, которое блокирует вход в эту игру. Firewall игры блокирует эту вашу, так скажем, некую программу. Значит, у вас стоит какой-то кликер, я не знаю, какая-то программа, которая разрутирована. У вас права суперпользователя и так далее и тому подобное, я же говорю. То есть попросту какая-то программа, которая мешает этой игре. То есть администраторы следят за этой игрой для того, чтобы не было никаких там мошенников, взломщиков и тому подобное. Поэтому они просто вас не пустят в игру. С компьютера играть можно. Об этом я говорил в прошлом своем видео. Программы есть такие, как Nox и Mobizen. Советую Mobizen, у кого он, конечно, тянет, и у кого планшет Samsung, телефон Samsung, у того вообще проблем не будет, уверяю вас. Разве что он у вас, конечно, не древний, там, не со времен Гуана Мамонта. Вот. Итак, едем дальше. Я начал фармить, когда прошел до вулкана, где-то, по-моему, этаж, честно, я не помню. Ну, к примеру, опять же скажу, допустим, этаж третий. Да, здесь ты много ничего, много особого не выбьешь, руны ты там катастрофичные, классные, тоже не выбьешь. Но в чем разница? К примеру, если вы возьмете Hell вулкана, сейчас, кстати, поменяли здесь вот руны. Раньше здесь падал вампирик, и это была топовая точка для прокачки монстров. Ну и сейчас, в принципе, тут фармят ответ, тоже не дешевая руна. Вот, скажу так, что здесь возможность выбить пятизвездочную руну есть шанс только с монстра вот на Хелле, то есть с дракона. 6 звезд здесь не падает никогда, никого не слушайте. Есть, конечно, легенды со времен, там, не знаю, Ленина, что там какой-то шанс 0, 50 тысяч нулей после запятой и цифра в конце 1, что выбить Девилмона. Хотя я ни одного скрина не видел. Скажу так, что можно выбить в этой локации, помимо того, что написано в трофеях. Здесь можно выбить также ангелмонов, все их называют пельменями, то есть двухзвездочных монстров. По-моему, на Хелле можно даже трехзвездочные, но я Хелл очень мало фармил, мне трехзвездочные покемоны не падали. То есть вот этих монстров вы можете выбить. Руны ответ. Также деньги падают, свитки неизвестные, от 1 до 3 вы выбиваете. Ну и в принципе все. Многие здесь просто фармят эту локацию вот из инугами. Вот также кому-то иногда нужна саламандра огненная. По-моему, на Гекса найдет. Вот, едем дальше. Прошу прощения, тормоза. Вот. Подземелье Кайрос. Я фармил активно дракона и гиганта. В чем плюс этой локации? В том, что даже вот взять, к примеру, первую локацию, в нее можете зайти и ради прикола, но это, конечно же, опять же, рандом. Я могу вам сказать, что вы там с 10 раза выбить, а вы можете и с 100 не выбить, а потом 5 свитков подряд. Начиная с 1 по 10 этаж, и шанс от этого не увеличивается, не уменьшается, сразу скажу. По поводу рун другая история, а вот по поводу свитков, вот шанс выбить один и тот же. То есть у вас всегда есть шанс выбить мистик свиток. Мистик свиток, как вы помните, от 3 до 5 звезд. То есть фармя эту локацию и один из этих этажей, что вы можете выбить? Это достойную руну, которая будет как минимум зеленая. Белых рун здесь не падают, точнее не зеленая, по-моему, как минимум здесь падают синие руны. Да, я просто не помню по поводу первых этажей, начинающих этажей. Но вот начиная с B7 и так далее, минималка это падают синие руны. Насколько помню, они, по-моему, рарки называются на английском. Вот, синие и выше, так скажем, оранжевые, розовые. Вот, оранжевая топовая, конечно, руна. Начиная с B7, у вас есть шанс, даже с B6, шанс выбить шестизвездочную руну. Он, конечно, не особо большой, хотя, ну и хвастаются на форумах, что они с B6 выбили там чуть бы там не топовый Виол, второй слот, скорость. Вот шестизвездочную скорость, а ты фармишь, блин, неделями этого бедного 10-го гиганта, и тебе абсолютно ничего не падает там, или дракона. Конечно же, ободавит. Ну, кому как везет. Вот. И, то есть, не парьтесь, не тратьте время на прохождение, там, если у вас не получается пройти, там, Normal, Hell, еще что-то, там, Лесейден, вы всегда это успеете сделать. Фармите то, что вы можете фармить. Лучше десяток раз пройти одну и ту же локацию, вы поднимете деньги, вы поднимете опыт для ваших монстров, выбейте что-то интересное, даже с тех же неизвестных свитков вы всегда можете хотя бы нового, интересного двух-трехзвездочного монстра выбить, которого вы сможете использовать. Опять же, спрося, стоит ли его качать. То есть, не качайте такого монстра,
который вам потом не будет нужен. Разве что до 4 до 5 звезд, конечно, всегда можно прокачать, потом вы его скормите. Но лучше уже качать то, что вам понадобится в дальнейшем. Так, что нам сундук принес? По поводу сундука. Здание стройте все, кроме... Если вы, конечно, вложиваете немножко денежку в игру, то могу вам... Прошу прощения, в постройку зайдем. Вот. Разберем тайную башню. Ее вы можете улучшить. Ну, вот видите, она у меня 8 уровня. Все никак я... Как-то жаба давит на 1,5 лимона на нее потратить. Хотя вроде она может мне как-то и жизнь спасти. Каждое улучшение дает плюс 300 атаки сквозь броню. Это, я думаю, многие знаете. Если что, почитайте. Прошу прощения, опять лаги. Вот, едем дальше. Что скажу, можно не качать, точнее не покупать. Если вы собираетесь играть в эту игру, ну как минимум, ну как собираетесь. Я тоже рассчитывал поиграть недельку и, возможно, забить. Я вообще в эту игру перешел по какой-то ссылке, так как там я бы получил какие-то бы кристаллы, скачав эту игру, зайдя в нее. Ну я скачал эту игру, зашел в нее и, как видите, 9-й месяц в этой игре. Вот, можете купить этого титана. Он окупается, сейчас скажу, чуть больше 3 месяцев. Вот, так как в день вы получите 3 кристалла ровно, то есть за сутки вы получаете 3 кристалла. Как вы видите, 8 часов на 3, 24. Вот. То есть, чтобы его окупить, нужно 100 дней. 100 дней чуть больше 3 месяцев. Естественно, он у меня уже давно окупился и уже некий прирост уже пошел. Вот, дальше. Кристальное озеро не советую покупать, так же, как и бурные скалы. Почему? Да, вроде бы экстра опыт вы получаете дополнительный. Вот вы кидаете сюда, к примеру, 4 монстра, и они здесь получают 150 опыта в час. Но в чем минус вот этих двух локаций? Если ваш монстр там повышает свой уровень, к примеру, да, он докачался до максимума. Вот, сейчас вам покажу пример. Вот, это вот за ману, то есть это бесплатный, назовем его садик. Вы кидаете сюда монстра, если он докачался до, там, не знаю, до 2 уровня, да, и вы видите, что у него горит здесь значок level, сам по себе он его не повысит. В этом как бы и минус. Вы легли там спать, не знаю, уехали куда-то, да, поставили там 1 уровня, он докачался до 2 и все. Это конец. Он не будет качаться до 3, там 4, 5, пока вы не нажмете вот эту кнопочку. Возможно, когда-то это админы поправят, и это, в принципе, был бы хороший бонус. Плюс я, возможно, бы купил бы даже те 2 садика, некие ясли. Вот, и... Прошу прощения. Вот, кидал бы и туда монстров для опыта. Это хорошая штука, я ее часто использую. Опыта, конечно, не особо много дает, но почему бы не брать опыт там, где он дается. Едем дальше. По поводу заданий. Не стремитесь выполнить задание там. Вот, к примеру, видите, у меня даже я 7-го лича еще не убил и не особо парюсь, потому что мне попросту некем. Я не собираюсь там, не знаю, кровь с носа же у меня текла, чтобы я убил этого лича, потому что там, ага, один свиток. Уверяю вас, поначалу это, конечно, интересно, когда вы там получаете даже один мистик свиток, вы там чуть не воскликиваете, кричите, а, супер, класс. Ну, когда у вас их там штук 50-60 уже валяется, чем дальше, тем больше и быстрее вы будете фармить эти мистики, тем больше, как я, будете разочаровываться, возможно, в том, что будете вызывать сплошной корм, а будете надеяться там на каких-то там чхиву, не знаю, ораклов и тому подобное. Брэдию там выбить, это, конечно, мечта. Вот. По поводу этого тоже не парьтесь. Естественно, понемножку выполняйте эти задания. Ну, такие задания, которые вам не нужны, не выполняйте, не старайтесь там, я не знаю, прям, вот, нужно это задание сделать, и все, все, кровь с носа, нужно сделать задание. Вернусь к магазину. По началу игры, и многие, я думаю, кто смотрит, здесь у вас, скорее всего, еще не открыты все зоны, то есть все ячейки. Уверяю вас, потратьте этих 100 или там 150 кристаллов, я не помню, сколько в сумме нужно, чтобы открыть, вам 150 кристаллов погоды не сделают. Вы в неделю потом будете набивать этих там 150-500 даже кристаллов, я не считаю эвентов, налегке. То есть, но здесь есть шанс получить мистик, либо какую-то руну, либо даже поначалу какого-то монстра, которого вы купите для того, чтобы скормить и прокачать скилл своему монстру. Там, не знаю, ту же фею, там, прокачать того же раму и так далее и тому подобного. Хотя, совет на что тратить здесь деньги, это только мистики и руны, которые находятся, вот видите, эта цифра. То есть, 2, 4, либо 6. И эти руны должны быть обязательно процентные. Обязательно. То есть, вот такой вот шлак и 3-звездный, 4, даже 5-звездный, я вам не советую. Если вот здесь была бы
руна, к примеру, шестизвездочная, если бы она была бы хотя бы там синяя, да, и у нее вот здесь был бы не там плюс 7, да, а, к примеру, плюс 11 и процентов, и у нее хорошие дополнительные статы, то и пускай она там будет стоить даже 500-600 тысяч, уверяю, купите ее. Тем более, если я говорю вот сейчас о ярости, ярость можно выбить только на некре, а некр это, назовем так, это самый лейтовый данж, его вы не пофармите поначалу, это самый тяжелый данж в игре, и только там вы сможете выбить эту ярость. То есть достойные руны 5 и 6 звезд, которые вы сможете одеть на своих ДДшек. Вот. Едем дальше. То есть не покупайте какие-то там пятизвездочные руны, там первый слот, третий, пятый. Вот опять же говорю про вот это вот в скобках. Даже какие бы у них там допы не были, уверяю вас, вы этих рун еще набьете очень много. Эти руны вы будете оставлять. А если вы выбиваете вот такую руну, пускай там будет 6 звезд, но вот это вот плюс семерочка или плюс 11, вы ее тут же продадите и вы вспомните еще мои слова. То есть такого шлака, вот я сейчас покажу просто по своим рунам. К примеру, та же ярость. Сейчас мы перейдем, вот, перейдем к ярости. Вы видите, то есть у меня вот минимально 4 звезды, я вообще рун не держу, естественно, чем вы, назовем так, старше будете ставать в этой игре, и выше по уровню и своему развитию, тем лучше руны у вас будут храниться. Вот, к примеру, вот эта руна достаточно неплохая, как видите. Она не топовая, естественно, но по своим характеристикам неплохой бонус, вы видите, то есть это шестерка, 6 звезд. На атаку, то есть эта руна, естественно, где-то-то заедет. Вот, едем дальше. К примеру, если вот здесь была бы просто атака, либо защита, не процент, потому что процент, хотя, да, скажу так, что ярость и защита процент, я не знаю ни одного монстра. А, хотя, стойте, 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 тому же Коперу, медный наш чувачок, ему зайдет такая руна на защиту, да. Кстати, я забыл про него. Ему она очень зайдет. И, к примеру, такой вот персонаж, вот как Эшир. Руны я его показывал заранее. Многие его одевают там Виолент, Свифт, так как считают, что он быстрый персонаж. Но многие, кто играет уже долго в игру, и одевают его именно через вот этот сет. Также ему можно ответку одеть. В принципе, самое главное, одеть ему рейдж, то есть ярость. Вот, ХП, крит урон. ХП. Чем больше ХП, естественно, тем сильнее он будет бить своим третьим скиллом. Вот. И так как у него, видите, 195% крита, плюс 15 мне дает тотем там или какая-то постройка, то есть выходит 210%. Это достаточно много, вас уверяю. То есть лупит он неплохо, особенно в раскол своим третьим скиллом. Особенно если у него еще и повышенная атака, еще если лидерка на ХП, вы понимаете. То есть у него вот ХП приблизительно 34 тысячи с лидеркой. Там на ХП, допустим, те же 33%, у него там будет около 37 тысяч, плюс еще там бафы дополнительные, урон у него вырастает очень хорошо. Вот. Также можете посмотреть по монстрам, которых я использую. Это монстры, вот большая часть из них, которая очень будет вам нужна. То есть я вот здесь не держу какой-то шлак, который я вообще не использую. Я там есть, конечно же, такая штука, как склад. Тоже не брезгуйте, прокачивайте. По поводу склада, что скажу. Увеличение ячейки всегда будет 120 тысяч. Предел, по-моему, его нет. Но насколько я видел, максимально это на 300 ячеек у кого-то. Это ж сколько денег потратил человек. Ну ладно, думаю, я когда-то так раскачаю. Вот. Если у вас, к примеру, ваша основная ячейка, вот как вы видите, у меня максимум на 90 и требует 190 тысяч, чтобы открыть слот. А на сотый слот там, по-моему, 250 тысяч, честно, не знаю, не помню. То лучше, естественно, открыть хранилище 120. Экономьте ваши деньги, не тратьте, кстати, опять же, кристаллы, если вы не вложите деньги в игру, если вы играете по системе free-to-play. Вот, также здесь можете хранить монстров, которые вы когда-нибудь там будете скармливать кому-то, переводить. Видите, корма я раскачал достаточно много, так что жду вторника, чтобы начать открывать свитки. Также вот я собираю девилов, так как девилов мне сейчас не на кого тратить, а на ту же вот Хелку, которая у меня, видите, скиллы не точные, на того же Верада, честно, тратить не хочу. Хоть их обоих и немного апнули, понизили им кулдаун на один ход, у Верада третьего скилла, у Бет второго, но все же тратить не хочется девилов на этих персонажей, так как они будут использоваться только лишь на арене ИГВ, скорее всего. То есть
И тем более мне не хватит этих девилов, сколько у меня их, 8 штук, чтобы раскачать до максимума. И я лучше подожду, к примеру, тот же, вы видите, монстр и ифрит огненный, о них чуть позже поговорим. Тоже очень хорошие монстры, каждый из них заслуживает внимания. Вот, то есть я не побрезговал и расточил скиллы до максимума этому ифриту и нашему негру Веромосу. То есть, вы видите, это тоже максимум. То есть эти персонажи используются абсолютно везде, в данжах, там на арене, ГВ, в башне, то о ней тоже поговорим чуть позже. То есть тех монстров, которых вы чаще используете и уверены, там прочитали какой-то гайд, посмотрели видео, там спросили в чате, то есть вы уверены, что вы с этим монстром будете там чуть бы не на, до последнего в этой игре, и он у вас будет юзаться, ну как минимум там в двух каких-то важных локациях, где вы будете, то есть расточите лучше им скиллы, уверяю вас, чем какому-то монстру, который у вас будет там, не знаю, тупо стоять в защите на арене, вау, и вас там будут атаковать на один раз реже в день, вам это походу не сделает, уверяю вас. То есть тратьте особенно девилов с умом, так же как и вашу ману. По поводу маны, вы видите, она у меня в принципе ниже там 13 миллионов не спускается, я ее не... Попросту почему? Я никогда не точу пятизвездочные руны. То есть пятизвездочные руны, точнее, не точу до 15. Нет смысла, я уверяю вас, лучше я пофармлю того же тот же данж еще там день, два, три, но выбью ту руну, которая мне подойдет, и на нее потрачу деньги, чем точну пятизвездочную, чтоб там, я не знаю, получить с этого какой-то некий прирост. Но это моя схема. Кто-то точит пятизвездочные руны, и он там становится чуть-чуть сильнее, но зато у него маны там 1 миллион или полмиллиона, и он думает, а, класс, появилась руна в магазине топовая, а у меня нету денег там не то, что руну купить, даже мистик свиток вызвать. Да, если такое, бомжей в игре хватает. Да-да-да, вы понимаете, о ком я. Вот, скажу так, ману собирайте и тратьте ее тоже с умом. По поводу кристаллов поговорим. Есть такая штука, как вот особые, где вы можете потратить свои кристаллы. Также есть пак, но это за реальные деньги. Кстати, пропало. Вот даже на планшете смотрю, не пишется цена. Не знаю, с чем это связано. Может, это из-за того, что я через Mobizen зашел. Вот. Не знаю, что. Из этих паков, ну, опять же, это донат, естественно. Здесь я советовать вам ничего не буду. Интересный пак, конечно, вот этот вот. Но плюс 5% прироста. Это такой некий... Да, кот в мешке, дополнение, которое не стоит того. Уверяю вас, если вы уже вкладываете деньги, то тратьте деньги на две вещи. Это на вот эту штуку, как увеличитель опыта, на 3 дня, на один день, вы видите, невыгодно просто покупать. Если вы знаете, что, к примеру, в пятницу, там, субботу, воскресенье можете пофармить, улучшить ваших монстров, прокачать корм, покупайте на 3 дня, уверяю вас, оно окупится. Окупится в 2 раза больше опыта, это того стоит. В 2 раза больше опыта, в 2 раза меньше времени вы потратите на раскачку. Плюс, к тому же, по поводу паков поговорим. Первый пак 225 кристаллов. Я понимаю, по началу игры вы там, не знаю, 10-20 уровень, у вас накопилось там 200-250 кристаллов, вы рветесь купить этот пак, не тратьте ваши кристаллы на этот пак. Соберите на большой пак 750 кристаллов. Здесь, во-первых, 11 свитков, то есть некий бонус идет. Плюс по Ангелмону дает. Здесь, по-моему, кстати, тоже, насколько я помню, никогда его не покупал. А, нет, здесь один. Одного пупсика дает всего лишь, а здесь каждого, то есть 3 штуки дают. Плюс дается мана, как вы видите, то есть лучше соберите 750, и вы получите как минимум один свиток на шару. Если вы будете вызывать по 75 кристаллов через здание вызова, то есть вы получите всего лишь 10 свитков. То есть лучше подождите. Если вы вызовете монстра, которого вам не во что будет, к примеру, одеть, и он будет у вас валяться в складе, или там с рунами одна, там две или три звезды, ну, согласитесь, у вас любой монстр двухзвездочный порвет, если он будет 5-6 звездочных рунах, а у вас будет там, не знаю, тот же Зайрос и в двухзвездочных рунах. Ну, толк от этого абсолютно никакого. То есть учитывайте, что монстр силен не по звездам, а в большем случае по своим рунам. Так как, опять же, вернусь к тому, что 2-3-звездочный монстр люлей может навалять даже 5-6-звездочному монстру, если он, ну, во-первых, некой контроль является этому монстру, плюс у него просто лучше руны. Если в двух словах, руны решают игру. Не монстры, а именно руны. Ну и правильное расположение пака, войск и так далее. То есть как вы подбираете контру на арене и просто подбираете пати в ту либо иную локацию. Вот, едем дальше.
о чем мы поговорим, по поводу ифритов и магазина ГВ. Прошу прощения, не туда зашел. А вообще поговорим по поводу гильдии. Нужна она вам, не нужна. Вы 20 уровень, вы рветесь вступить в гильдию. Уверяю вас, гильдия вам не дает абсолютно ничего. У вас из-за этого не повысится плюс 550 тысяч атаки, монстры не ходят в два раза быстрее, мана здесь вот не добавляется по миллиону в день. Нет. Единственное, в пассивном режиме вы можете получать, по-моему, по 10... Да, 10 очей вы будете получать за победу вашей гильдии. Но... как дополнительный плюс, почему бы и нет? В неделю там сколько это получается? За 12, 120 медалек, в принципе, тоже неплохо. Две недели, и вы там себе мистик купили, еще что-то. Там собирали на того же пельменя за 150. Тоже неплохо. Но уверяю вас, зачем парить себе мозг, неделю искать гильдию, если вы эту неделю, тратя вот это время, сидя в чате, там, не знаю, на каком-то канале, потратьте это время, я не знаю, там, на работу сходите, господи. Либо пофармите какой-то данж-локацию. Не тратьте время на поиск гильдии. Когда вы возьмете 40 уровень, у вас будет... Это просто мой некий совет. У вас будет 2-3 хотя бы монстра шестизвездочных, тех, с которыми вы сможете воевать. Тогда ищите гильдию по вашему уровню. Не ищите гильдию, которая сидит там... в 2-3 там рубинах и так далее, чтобы вы не смогли убить самого-самого, я не знаю, как бы по практике в конце здесь слабеньких, самые слабые, не знаю, почему это считается, по монстрам, либо по звездам арены, до конца не скажу, надо будет смотреть, так скажем, почитать об этом, вы не сможете убить даже самого слабого, то есть смысл вам от гильдии, если вас даже поставят в атаку, если поставят в атаку, вы не сможете ничего сделать, то есть... просто будете пассивным куском мяса, который сидит в гильдии. Да, к примеру, в чате вам могут чем-то помочь. Есть много начинающих гильдий, то в принципе можно. Но если вы потратили там 5-10 минут и нашли гильдию, особенно если вас поставят в атаку и вам где-то повезет, вы убили слепного чувачка, вам дали очки, вы зашли в магазин, купили себе приятную плюшку. В магазине, на что советую вам обратить внимание, это вот на вот этого вот дружка пельменя четырехзвездочного, они тоже, как и девилмоны, не бывают лишними. Даже если вы считаете, что у вас там 15 монстров пятизвездочных и вы сможете из 15 монстров сделать трех там первородок шестизвездочных, уверяю вас, все равно покупайте, лишними они не будут, меньше нужно будет корма качать. Вот, это на первом месте, я скажу вам так. Радужный ангелмон, которого нужно покупать всегда, кстати, я его еще не купил, надо добить очки. Вот, на втором месте, если у вас еще нет ифрита, вы его там не получили каким-то чудом с мистикой или еще чего-то, то делайте ифрита. Он здесь рандомный, вода, огонь, ветер, на кого вам, конечно, повезет. Лучший вариант, для, что для начинающих, что для лайтовой игры, конечно, будет воды, так как это универсальный ДД и за счет своей пассивки, то есть он лупит в любую стихию с повышенным уроном, то есть с зеленой звездочкой, насчет этого, я думаю, вы уже все понимаете, хотя могу чуть-чуть рассказать по поводу этого, то есть он бьет плюс, то есть урон у него выходит 120%, 120-125, около 20% прироста идет, то есть и попросту он является одним из сильнейших ДД в игре, средний урон он наносит очень сильный, плюс часто выживает за счет своего, назовем так, ульта, пассивки. То есть этот монстр достоин. На втором месте я поставлю огня по полезности. А вот ветер, он уже, ну скажу так, если вы 25 уровень нафармили ифрита и вам попался ветер, жалко, уверяю вас, вам ветер мало чем поможет. Для него нужна хорошая пачка, то есть для его третьего скилла нужны условия, назовем так. То есть этот монстр очень для себя требователен, и будет он у вас использоваться только на арене. Чаще всего, возможно, вы еще SD-шку им пофармите, но это арена и ГВ. С тем же вот огня, либо воды, вы можете уже его использовать и в башне, и даже где-то там в данжах. То есть более разнообразный. Огня это, в принципе, прямая контра любому пассивщику. По поводу этого вы сможете посмотреть. Вот. В монстрах. Поговорим по поводу звезд, к примеру. Зайдем в первую локацию. Возьмем сюда такого монстра и, к примеру, такого. И начнем. Многие, конечно, это знают, но, возможно, меня смотрит какой-то новичок. Одну секунду, у меня залагало. Вот. Что означают эти звезды? Если, к примеру, вот, сейчас ход Бернарда. Если он ударит
огненного монстра, то есть это его противоположная стихия, он его ударит на 80% от урона. Если пройдет такая штука, как Glance, Glancing Hit, то есть что означает Glancing Hit? Это называется некий промах, если на русский перевести. То есть вы нанесете урон в два раза меньше, то есть около 40% плюс, вы не сможете. Если вы бьете и попадаете, так скажем, в гланс, он же промах, то есть у ворот, то есть ваша атака никогда не будет критом, вы никогда не нанесете дебаф и тому подобное. Вот, то есть это просто как холостой удар, очень слабый. Вот сейчас я, в принципе, даже покажу. Нет, видите, обычная атака, но она наносит 80% урона. То есть, если вы бьете по желтой стрелке, то есть по своей стихии, родной, вот если бы, допустим, здесь была бы вода, то вы наносите 100% урона. Шанс гланса там, по-моему, даже вообще его нету, насколько я помню, вот. И возьмем... Разберем дальше такой вариант. К примеру, если вы бьете по зеленой звезде, да, у вас есть такая штука, шанс как... Усиленная атака, назовем, я не помню просто точное значение, но эта атака, она не является критом, но больше шанс, во-первых, нанести какой-то дебаф, плюс к тому, эта атака немного сильнее, чем обычная атака, но слабее, чем крит, то есть... Ну, что-то среднее, назовем так. То есть старайтесь подбирать монстров в прямой контроль. Если вы на арене видите 4 монстра огненных, да, в защите, не нужно нападать ветром. Хотя, смотря какие там монстры, конечно же, есть некая прямая контра. Допустим, тот же Рама, о котором я говорил недавно, ему нужно нападать на огненных монстров. И есть видео с арены, которых я показывал, где Рама у меня танкует, и вы танкует все прекрасно. Но старайтесь искать контру. То есть против... противоположной стихии драться, так как проще будет дебаф накинуть и попросту защититься и победить. Вот, едем дальше. Ничего себе, двухзвездочная руна. Вот, поговорим по поводу гексаграмма. Нету, нажал, прошу прощения. Здесь есть такие монстры. Первый вопрос, который у меня был, и когда я вообще открыл этот гекс, тогда еще не было ифрита, когда я начинал. Вот, вы открываете, к примеру, того же суккуба. Здесь находятся 4 монстра. Вы думаете, во-первых, а где их достать и так далее. Это монстры улучшенные. Как вы видите, они с розовыми звездами. Вот, это улучшенный монстр, то есть эвейкнутый, назовем его так. Этих монстров можно достать со свитков, купить за очки некоторых монстров, в магазине гильдии и где-то там нафармить на них СД. То есть этих монстров можно достать любому, каждому. То есть здесь не нужно 2 года ждать, чтобы кого-то из них, назовем так, скрафтить. Вот. И самый главный вопрос у меня был, то есть нужно ли всех этих 4 монстров, либо одного из них, любого, для того, чтобы получить этого монстра. И когда мне сказали, что нужно 4 монстра, я так себе подумал, оу. То есть, чтобы получить вот этого 4-звездочного монстра, да, даже который не улучшенный, не вейкнутый, не прокачанный, ни скиллов, ничего, нужно потратить 4 монстра, которые уже, то есть, раскачанные 30 уровня, и, скорее всего, еще и скиллы, походу, немножко проточатся по дороге раскачки. Самое главное, что вы на них потратите эссенции, чтобы их эвейкнуть. Я так себе подумал, блин, а стоит ли оно того? Но когда я увидел такую прекрасную штуковину и персонажа, как Валькирия, ну, она мне нужна была, кто-то фармит первого Феникса, точнее, собирает на него, кто-то на Ифрита. Тоже смотрите по поводу монстров, которые у вас попались и что у вас хватает. Если, к примеру, у вас на Феникса одного монстра вы можете собрать, а на Ифрита у вас уже 3, уверяю вас, лучше добейте Ифрита. И Ифрит из этих 3 топ, так как Ифрит используется абсолютно везде. Его вы можете юзать. Вот. Ифрит это некий саппорт, один из лучших саппортов в игре, который, во-первых, снимает дебафы. Ну, по поводу скиллов вы можете сами почитать и посмотреть видео. Я назову так, я расставлю приоритеты. Вот, Ифрита я бы поставил на первое место. На второе место по своей значимости и, назовем так, по убойности я поставил бы Валькирию. Ну, кто-то со мной может не согласиться, но я ставлю Валькирию. То есть, поэтому я ее и сделал. Я ее сделал первой, так как не было еще тогда Ифрита. Сделал Валькирию, потому что у меня был такой персонаж, как Нил. Это фея света. Она своим 3-м скиллом, как вы понимаете, кидает иммунитет. И не иммунитет, а... Извиняюсь, неуязвимость, неуяз. Вот. И за счет этого Валька бьет своим 3-м скиллом сквозь броню. А это
уверяю вас, очень-очень неплохо. Даже в самых трэшевых рунах, к примеру, если вы там арену фармили каким-то там, не знаю, вот там, сильфом, еще кем-то, и вы скрафтите эту вальку, оденете ее там даже в 3-4-звездочные руны более-менее хорошо расточены, хотя бы там плюс 6-9, и в паре с такой, как Хлоя, Нил, еще есть некоторые монстры там, которые кидают иммунитет, как его там зовут, Рехенс. Сейчас я вам покажу его даже. У него имечко такое. Его, конечно, еще получить нужно. Это водяной монстр, один из новых, из новой коллекции. Вот, сейчас покажу сразу эвейкнутого. То есть, если вам попался один из этих монстров, конечно, проще всего сделать Нил. Вот, то Вальку я советую, must have. Она вам на арене будет такие чудеса творить. Ой-ой-ой, вы увидите, насколько вам проще будет на арене. Вот, этот петушок. Квебехсенув. Да, уж приснится ночью. Вот, за счет своего третьего скилла. Поначалу все испугались, так как, вы видите, он кидает иммунитет не на все пати, а на одного союзника, на члена своего пати, а точнее на того, на кого вы кликните мышкой, там пальцем тыкните, носом, чем вы там кликаете, на том и будет этот иммунитет. Следовательно, для Валькирии очень-очень хороший бафер плюс дебафер. Если раскачать скорость достаточно хорошую, то этот персонаж, честно говоря, я бы хотел бы этого петушка, я бы заменил бы на Хлою во многих бы моментах. Вот. Но если у вас нет ни Хлои, вы не хотите выбивать Нил, и у вас нету этого синего петушка, то, скорее всего, Валька вам не нужна будет. Так как на арене одна Валька без этого скилла, который называется неуязвимость, она просто кусок мяса. Она вам ничего не сделает. Уверяю вас, лучше сделать тогда Сигмаруса, он же Сигма, вот этого синего феникса. Он вам поможет и в данжах, и СДшки вы будете быстрее фармить им. Тоже достойный монстр, особенно за счет своего третьего скилла. Почитайте, посмотрите, что он может им делать. Он бьет за счет максимального здоровья врага, то есть некоторые данжи, особенно такие как... У кого там больше всего хп? По-моему, да, водяной. У водяного B10 данжа 1 миллион 600 тысяч хп, да. Чуть больше даже там с копейками идет. Вот, то есть этот Сигма, он лупит приблизительно, ну, смотря опять же, какой Сигма. Вот, около 300-500 тысяч. То есть вы понимаете, это достаточно много, да. Но, уверяю вас, лучше использовать доты. Быстрее, стабильнее, ну, кому как, в принципе. Вот, едем дальше. Так, о чем я еще хотел поговорить? О магазине заговорил. Арена. Да, не брезгуйте, опять же. То есть у вас, если десяток перьев, потратьте их. Это когда-то вам, да, окупится. Вот, о чем еще можно поговорить. Также не забывайте кликать вот эту кнопочку, как акции. Вот, уведомления. Вы можете прочитать то, что будет... Либо уже идет, либо будет скоро. То есть вы можете почитать об обновлениях, там каких-то фиксах, улучшении там каких-то балансов, новых монстров, вот открытие там тайного подземелья там и так далее и тому подобного. Вот, то есть не забывайте читать, здесь зачастую висит значок, что какое-то там новое уведомление, и заходить вот сюда в эвенты. Тоже не брезуйте ими, если вы там 20-30 уровень, так какой бы вы ни были уровень, и идет там такая акция, там, я не знаю, на неделю, на две, типа как вот печеньки были и тому подобное, уверяю вас, потратьте время и нафармите, так как оно вам и кристаллы даст вследствие, и вы прокачаете монстров, улучшите их, то есть акции делать нужно и полезно. Кстати, вот в субботу будет снятие рун, возможно, кого-то переодену. Может, видео сделаю по поводу этого. Вот, едем дальше. По поводу друзей. Вы можете собрать самых, так скажем, сильных персонажей, те, которые вам будут помогать. К примеру, у меня в какое-то время на 40 уровне было 39 или 38 человек в друзьях, у которых в лидерах стояла Хва. Для чего она мне нужна была? Чтобы проходить B10 дракона, потому что без нее я тогда не мог... Ну, абсолютно никак пройти, даже там вручную, клацая, мучаясь, пыхтя, кряхтя, я не проходил B10 дракона. Абсолютно никак у меня не получалось, но с Хвоей у меня получалось. Потом мне наконец-то дали в РДХ или в ведро, и я уже начал сам фармить. Он мне заменил Хву, это многие меня поймут, на 10-м драконе некая замена Хве, они друг друга дополняют.
так скажем, можно использовать что того, вот, что еще, в принципе, вроде бы как и все, тратьте свое время правильно, в хорошее русло, развивайтесь, улучшайте монстров, качайте руны, по поводу рунов немножко еще, рун заговорю. Если, к примеру, у вас есть трехзвездочная руна, там, вот, первого слота, и она у вас с плохими допами и так далее и тому подобное, не надо ее точить плюс 15 для того, чтобы хотя бы засветиться в чате. Не делайте этого, не тратьте ману, оставьте ее на более лучшую руну, хотя бы там 4-5 звезд, хотя бы, и с хорошим основным статом, к примеру, вот как скорость. Если у вас во втором слоте стоит там просто защита, не процентная, то есть процент всегда лучше. Есть некие случаи, когда, конечно, лучше поставить, но все-таки для абсолютного лейта лучше процент, то есть, ну, скорость, она просто в числе оценивается, вот, к примеру, точность, ну, она всегда, естественно, в процентах, вот, если сюда посмотреть, то есть крит сила, она в процентах, крит урон тоже в процентах, то есть процент всегда вам даст больше, чем статическое число, к примеру, вот, сюда, по-моему, максимум может заехать 160 или сколько атаки. Да, 160 атаки и сравнить к 63% от основного стата. Кстати, по поводу рун заговорим так. Если вы одели руну, и она вам дает, допустим, там 10% хп, да? В русском переводе это называется опыт, да. Тоже на уровне 30-м я только понял, что, ну, не то, что понял, а не понимал, почему здесь написано, в хп написано опыт. Вот, видите, здесь опыт написано и здесь опыт. Я постоянно путался, так же, как и крит сила и крит урон. Почему не написать крит шанс? Ладно. Так же, как и пишут криды. Почему не написать КД? Крит дамаг. Да, это, в принципе, проще. Вот, ну, едем дальше. По поводу рун. Если у вас руна дает плюс 10% хп, это и считать как нужно и как правильно от белого значения, то есть от родных статов. Если, к примеру, у монстра родных там, допустим, 10 тысяч хп, да, то есть 10%, то есть у вас здесь напишется сразу, и вы эту руну активируете, поставите сразу плюс 1000, то есть это не будет плюс 1000, и еще, допустим, от этой 1000, то есть 1100 будет плюс 1000, то есть всегда идет исход, ну и добавление в процентном соотношении от белого значения. Также, если, опять же, проведем простое сравнение. Если у вас в рунах вот здесь 63%, да, сейчас где бы взять, вот, поставить сюда хп, допустим, сколько там, 2400, по-моему, 2400, либо 63%. Калькулятор вам в помощь, и можете посчитать, вот, от опыта, что будет больше, 2300 хп, либо 63%, что вам больше даст. То есть в сумме вот сюда. Естественно, процент в большинстве случаев вам даст больше. В некоторых случаях меньше. В некоторых случаях. Но ищите руны на процент. Вот. По поводу магазина я вам говорил. Не покупайте вот первый слот, третий и пятый. Не покупайте эти руны. Так как их у вас будет, ну, просто завались. Вот, к примеру, даже вот сравнить. Вы видите. Толковых рун вот на шестой слот у меня не особо много. А вот там единица, тройка, пятерка, их всегда у вас будет завались. Я так вижу, каждые несколько месяцев плюс увеличивают максимальный пак. Я когда начинал, по-моему, был рюкзак на 100, потом его повысили на 200 и потом на 300. И как видите, вроде рун у меня шлаковых не так и много, но все равно уже места не хватает. И я там раз в пару недель продаю руны, что приносит мне еще тоже несколько миллионов. Если взять сейчас продать все эти руны, то они мне дадут, ну, около, наверное, десятка миллионов. Вот. Но все-таки этого делать я не буду. Естественно, потому что надо кого-то во что-то и одевать. Заедем дальше. Если вы уже, так скажем, у вас есть какое-то количество первородок, там, либо пятерок, шестерок раскачанных, и вы метаетесь между тем, что сделать. У вас полуодетый, допустим, персонаж, там, чуть бы не раздетый, и у вас, к примеру, 1000 кристаллов. И вы думаете, ага, что же я сделаю? А куплю-ка я пак за 750 и вызову, возможно, мне попадется Зератул. Но зато у вас вот здесь вот в рунах 3 штучки там, или вам просто не во что будет одеть его. Смысл, что он опять же будет у вас стоять, дымиться, пылиться, пыхтеть. Вот, то есть пофармите лучшие руны, потратьте, купите энергию. Да, не брезуйте этим, покупайте энергию, особенно если она у вас уже там раскачан
раскачано здание, у вас там больше 70 максимальной энергии, то есть не брезуйте, покупайте энергию, почему бы и нет, особенно если вы в правильное русло ее тратите. Видите, магазин опять ничего не дал. Вот. По поводу еще пака, не покупайте ману. Ману вы всегда сможете выбить в локации. Особенно если у вас есть на это время, вы там получите, первое, опыт для прокачки ваших монстров. Второе, возможно, монстра выбить, а там какого-то покемона, еще что-то. Кристаллы также выпадают в локации, хоть это редко бывает, хотя за день вы убедитесь, что вы, помимо заданий, которые вам стабильно приносят 10 кристаллов, помимо арены, на которой вы можете вот подраться в соперниках, здесь... Вот, у вас максимально будет 9. Это некие боссы, боты аренные. Вот, с них вы тоже будете получать в день. В общем, в сумме вы будете фармить около 30-40 кристаллов в день. Вот, посчитайте, умножьте это на неделю. Плюс некие бонусы, акции. Плюс за неделю вы там будете получать в конце недели. Точнее, в понедельник с утра вы тоже будете за арену получать какое-то количество кристаллов. И в сумме это вам будет давать хорошее количество и прирост по кристаллам. Вот. Зайдем ближе к арене, вернемся точнее. По поводу рейтинга. Старайтесь набивать рейтинг. О, меня, вижу, подслили немножко. Ладно, давно не сидел на арене. Вот, по поводу рейтинга на арене. Как можно быстрее старайтесь вылезти хотя бы на 3 серебряных звезды. Так как вы видите, в бонусе вы можете посмотреть. 3 серебра это уже 100 кристаллов. 100 кристаллов в неделю, в принципе, это очень неплохо. То есть 400 кристаллов в месяц это достаточно хороший пассивный доход. По поводу кристаллов, если заговорим. Но если вы выбиваете голду, то есть одну, хотя бы одну, то есть от 10 тысяч рейтинг. Если, к примеру, у вас 1500 очков, а здесь рейтинг там 11 тысяч, у вас не будет голды, у вас будет 3 серебра. То есть следите за вторым значением. Вы получите уже 150 кристаллов, плюс это уже, ну, все-таки любой вам скажет, что все стремятся хотя бы к голде. И самый главный и важный бонус, если у вас 3 серебряных звезды, вы за победу будете получать 4 медали. Но если у вас голда, вы резко будете получать по 5 медалей. А недалеко посчитаем, если в среднем в день вы проводите около 40 боев, чуть больше, естественно, максимум это 51 бой, если вы... То есть в час вы проводите 2 боя, в сутки вы можете провести 48 боев. И плюс 3 вам дает задание. Вот, едем дальше. И в день вы будете иметь, ну приблизительно, я сужу по себе, около 200 медалей. В неделю выходит около 1400. То есть вы понимаете, это достаточно много, если перевести в свитки, вы можете купить все стихийные свитки, мистик купить, еще и покемона там купить, еще там что-то. Но тратьте тоже с умом, лучше улучшите здание. Мне самому вот даже по сей день хочется купить эти мистик свиток этот, купить стихийные, но я перебариваю себя и все равно кликаю на здание, так как... в развитии и в планах оно вам даст больше, чем этот мистик, с которого, скорее всего, упадет какой-то долбанный голем или там какая-то кошатница. Вот. И по поводу одной голды заговорим. Для того, чтобы быть в одной голде, то есть в этом звании завоеватель, вам не нужно убер сильных монстров. К примеру, я скажу о таком составе пати, как... Если вы сделаете Веромоса и поставите его в лидерах, возьмете к нему... в друге Беладеона, возьмете, там, если вам повезет, конечно, Хлою, либо там, я не знаю, того же Ахмана, и поставите еще какого-то, ну, более-менее сильного ДД, то есть, в принципе, у вас пачка уже будет достаточно хорошая для защиты. Также вы ей же и можете атаковать. Чем можно атаковать? Лучшие и самые простые варианты ДД, которых вы сможете достать, в принципе, очень и очень легко. Первый вариант – это... Сейчас я вам покажу, такой как Копер. Вот. Он, чем он примечателен? За счет своего, естественно, третьего скилла. Он наносит урон, игнорируя защиту, если он превышает защиту противника на 50%. К примеру, у вашего Копера 2000 брони, а у противника вы уверены, что 800 или 900, естественно, он сигнорирует его броню и, ну, чаще всего ваншотнет. Вот, тоже вы это поймете по своим же боям, вы можете посмотреть видео на ютубе, гайды по поводу этих персонажей, но этот персонаж требователен, естественно, к рунам. Если у вас будет мало брони на нем, плюс у вас не будет бафа на защиту, желательно еще лидерка на защиту, вот, вы сможете
достаточно сильно и больно бить на арене. К примеру, взять вот этого персонажа, к нему в пати. Сейчас я сразу покажу по эвейкнутым. Идеальный для него состав пати это в лидерах. Сейчас вам покажу Делфой. За счет своей вот лидерки, вы видите, 40% добавляет защиту ветра. То есть для Копера это достаточно весомо, уверяю вас. Она в лидерах, Копер в атаке, то есть это главный ДД будет. Плюс добавить к ним такого персонажа, сейчас вам покажу, как Тревор. Ох, Тревор, его еще я считаю, что апнули, так как его первую атаку разделили на две части. И каждая из них может сигнорировать защиту. Сейчас, где этот наш друг? Вот он. В шляпке. Наш ковбой. Вот. За счет своего третьего скилла он добавляет крит шанс, плюс защиту всем в пати. И очень достаточно больно может ударить первым скиллом. Уверяю вас, посмотрите видео на ютубе, что он творит, этот Рэнди. Ай-яй-яй. Бьет он больно. Вот. И четвертого вы можете взять, к примеру, любого хиллера. Вот. Либо еще одного ДД. Также вы можете еще взять дополнительно в пати, если вы хотите шотнуть двоих, и вы уверены, что вы это сделаете. Такого персонажа, как... Где этот наш друг? Сейчас посмотрим по эвейкнутым. По-моему, вот он, Тару. Да, Тару или Тару. Назовем его Тарой. Этот покемон чем хорош? Он не требовательный к рунам, так как Копер. То есть ему не нужны какие-то руны для того, чтобы вообще скилл, назовем так, работал. Тоже за счет своего третьего скилла. Так как вот, вы видите, он игнорирует защиту всегда. Плюс бьет с 50% шансов критом. То есть если у вас вы набрали ему 50% шанса крита, не нужно даже больше. Не делайте ему там 60, 70, там 95 и так далее. Так как вот третий скилл и так добавляет ему плюс 50%. И могу так скажем, в средних таких более-менее средних, ближе к хорошим рунам, он бьет от 20 тысяч и выше. То есть больше 30 тысяч я тоже не видел, чтобы он наносил. Но согласитесь, 20 тысяч это убить фактически любого монстра на этапе одной голды. И с такими вот, вы видите, 4 монстра, которых достать, 3 из этих монстра очень легко достать. Делфой это уже, конечно, как повезет. Это просто идеальный будет для вас вариант. Хотя можете использовать любого монстра, который даст просто защиту. Но Делфой просто, она и подхилить сможет, и кинуть иммунитет, что тоже очень хорошо. Вот, это подбор пати, который будет для вас идеальным, очень легко собираемым пати. И поможет вам просто долететь до одной голды и, в принципе, даже держать некий деф. Поговорим, многие спрашивали меня, а что же у тебя стоит в дефе? Сейчас вы увидите. Это не секрет, вот это мой деф. Таким же дефом я атакую, так как у меня просто, ну, нечего. Лучше мне поставить в защиту, ну, серьезно. У меня есть одна бедная, вон, Часунка, которую я считаю, ну, естественно, более защитным персонажем. Но она у меня, видите, бедная неточная, она у меня не в виоле, то есть это кусок мяса, который я поставлю в защиту, ее растрощит аж бегом. Иногда я ее ставлю вместо Меган, но, как показывает практика, с Меган я чаще выигрываю, и на меня меньше нападают, так как считают, что у меня убер быстрая Хлоя, у которой 380 скорости, ну вы видите, у нее чуть меньше 216, ну бедненькая страдает, нет у меня хорошей руны на нее, ну зато достаточно много хп. Хотя я бы променял бы, даже если бы у нее 20 тысяч хп было бы, а 260 скорости, это, уверяю вас, лучше. Чем больше скорости у Хлои, тем лучше. Вот, ну вот, шо маемо, то маемо, что есть, то есть. Вот такая вот у меня защита. Я же говорю, на меня не атакуют чаще всего так же, я сужу это просто по себе. Я стараюсь не атаковать пати, у которых есть Хлоя. Хлоя это... Не знаю, почему она четырехзвездочный персонаж, ей можно дать очень легко пятерку, она лучше в разы большинства первородок пятизвездочных и более юзабельна. Этот монстр, о нем мечтают, я ее получил, в принципе, достаточно рано, я так скажу. Я первые атаки мои были через Вальку, Нил, Меган и, по-моему, Тайрон у меня уже тогда был. То есть тогда вместо Хлои у меня была Нил. С Хлоей, конечно же, стало проще, так как она и мунку еще и кидает, плюс на все пати подхиливает неплохо, ну, она более толстая. Вот, с Хлоей проще. Вот. По поводу дефа защиты я вам рассказал, и как вы видите, достаточно легко достичь тех высот, о которых вы, возможно, мечтаете и думаете, сидя на одном там серебре или трех деревянных звездочках, вот как же, а, это же надо там кучу первородок иметь, как вы видите, вам не нужно там какое-то там
Зерату, там Ритеш, там еще кто-то, там куча первородок, монахов, обезьян для того, чтобы сидеть в одной голде и тому подобное. Вот. Самое главное, чаще атакуйте. Как показывает практика, вы атакуете 10 раз, вас атакуют раз 5-6. Если вы атакуете правильно, а не лишь бы так, чтобы слить или попробовать, о, а смогу ли я убить, то у вас все получится, и вы сможете все это сделать и достичь результатов. Главное, опять же, правильно. Куда он опять залез? А ну иди отсюда. Сволочь такая, лазит там непонятно почему. Вот. Правильно тратьте свое время, точите руны, те, которые нужно. Вернусь немножко к рунам. Прошу прощения, что я так прыгаю. Уверяю вас, не нужно точить первую, третью и пятую рун, которые стоят в этих же слотах, до 15. Оно не стоит того. К примеру, если у вас плюс 12, это, по-моему, 100... 16 или 126 атаки и 160 атаки, вам 30 атаки абсолютно ничего не даст, тем более это даже не процент. То есть... Итак, мы вернулись. По поводу первой, третьей, пятой руны. Не точите их на 15, лишь бы чтобы покрасоваться в чате, показать там свою там какие-то дополнительный стат, либо еще что-то. Оно нерационально. Точите на 15 второй, четвертый, шестой слот, если она того стоит, конечно же, эта руна, в первую очередь. У многих топовых даже игроков, там, которые даже очень много денег вливают в игру, они тоже не точат первый, там, третий, пятый слот рун на 15. 12 и максимум. Почему? Потому что каждые три заточки, то есть циферки, вам дается некий бонус вот этой руны. И, к примеру, поговорим о рунах. Многие об этом тоже не знают. Если, к примеру, у вас главный стат скорость, да, вот здесь вот, когда вы выбиваете руну, покупаете ее, неважно где, у вас здесь скорость. Никогда при заточке плюс 3, плюс 6, плюс 9, 12 у вас здесь не попадется скорость. Это проверено, это гарант. Вы это сами рано или поздно поймете. Также, вот, к примеру, заговорим, вот, если у вас здесь процент ХП, да, здесь вы максимум, что можете словить, и, естественно, не желаю вам этого стата, это обычный ХП, то есть статическое число, к примеру, там плюс 200, плюс 400, плюс 600, там, если оно там пару раз апнется. То есть вы еще дополнительно бонус к процентному ХП не получите никогда. То есть не ищите, не думайте, что вам там не везет. О, там, может, вы где-то типа там видели, уверяю, глазик подкосился. Не бывает здесь процент опыта и еще и дополнительно в статах. То есть такого нет. Вот, по поводу рун договорил. В принципе, думаю, это все на сегодняшний день, что хотел сказать. И на сегодняшнее время, если останутся какие-то вопросы у вас, либо вы что-то недопоняли, прошу прощения, если я, может, где-то там ошибся, либо не так это донес, говорил так, как думаю, так, как считаю, и я не говорю, что так должно быть, либо вы обязаны там слушаться моего совета, но уверяю, если вы прислушаетесь, где-то сделаете так, как я вам подсказал, игра вам, так скажем, покажется проще, и вы быстрее чего-то достигнете, того, что вы хотите достичь в этой игре. И вам будет проще, вам игра только больше будет нравиться. Так как, к примеру, я когда начинал, думал, о, 40-й уровень, все, это конец, дальше станет скучно, все, это же максимум, качаться типа дальше нечего, некуда. Хотя вот эта вот циферка 40, она абсолютно ничего не значит. У некоторых там 35-х уровней, вы увидите это погорение, лучше монстры и там руны, которые они там задонатили, вон, купили через эту штуку, там еще где-то, лучше, чем у вас там, а вы уже играете там чуть бы не год. Это зависит от времени, от того, сколько человек играет, покупает, влаживает ли он донат. Опять же, по поводу этих паков, я видел, как человек покупал. Если у вас очень много денег, тогда можете их покупать. Уверяю вас, лучше купите энергию, паки там суммонов и тому подобное, и выбивайте сами эти руны, так как здесь попадается, скорее всего, шлак. Те, кто фармит дракона там 10 и ниже этаж, там того же гига, они понимают, что за целый день можно даже ни одной хорошей шестизвездочной руны не выбить. Сутки вы можете фармить, тратить там, не знаю, энное количество кристаллов на энергию, и вы не выбите. А можете потом 2-3, там 5 штук подряд выбить. Это же рандом, конечно же. Вот я, к примеру, за последние 2 или 3 дня потратил около 300 кристаллов на энергию. Так как, к примеру, если бы я их оставил и купил вот на следующей неделе не 4 пака, а 5, согласитесь, 11 свитков мне погоды не сделает. А даже если я и что-то выбью там стоящее, надеюсь, конечно же, вы что... Почему же я и покупаю? Вот, то мне их попросту не во что одеть. Того же там, не знаю, вот я хотел бы пирата водяного, того же Бриана. Бриана у меня есть во что, скорее всего, будет во что одеть. А вот пирата, его же нужно на скорость одеть, и желательно, чтобы он походил первый.
был быстрее там всяких хло и тому подобное. Вот, его у меня одеть попросту нечего, так как его желательно одеть либо в очень хороший виол, очень хороший виол контратаку, либо, ну, бюджетный вариант это свифт, то есть скорость. Вот, что даст ему, ну, если в более слабых рунах, конечно, больше скорости. Ну, там уже это зависит от ситуации, как и где вы хотите его использовать. Вот. Ну, всем спасибо за просмотр данного видео. Надеюсь, никто не заснул. Можете перемотать, посмотреть, что вам более интересно. Всем спасибо, всем удачи, побед вам. Развивайтесь правильно, качайтесь, задавайте вопросы, общайтесь в ВК со мной. Всем спасибо, всем удачи, первородок вам, пока.